Алла Борисовна, тот человек или та женщина, которая по жизни прорубала себе дорогу сквозь шипы и колючки, невзирая на раны, обиды и даже унижения. Да, дорогие мои, и даже унижения. Эта женщина склонна к холодному расчету, часто будет неправильно восприниматься другими людьми, но она снова и снова будет доказывать правильность своей позиции и опять обращаться к трезвому расчету, конечно же, с пользой для себя. Алла Борисовна, она не живет лишь одними чувствами и по жизни будет энергичной. Алла Борисовна – проницательный исследователь, в результате чего она по жизни все время делает открытия. Что касается энергии, богатства, денег, недвижимости, то здесь присутствует некая такая дьявольская чертовщинка, связанная со страшным обольщением. То есть она все время обольщается какими-то энергиями, какими-то красивыми вещами, и они к ней идут. И даже по жизни бывали случаи, я думаю, что даже на данном этапе возможен такой случай, когда Алла Борисовна вот в эти энергетические дьявольские воронки ее затягивалось, ее просто туда затягивало. То есть она оказывалась втянутой в какие-то, может быть, не совсем лицеприятные или же праведные проекты. Я, например, знаю, что она потеряла деньги, будучи втянутой во «Властелину». Было такое. Я не знаю, вернулись ли ей деньги. Что-то вернулось, что-то не вернулось. Очень часто ее прямо затягивало в эту дьявольскую воронку. Надо отдать должное, что Алла Борисовна считает, например, что все можно купить за деньги. Присутствует цинизм, неверие, ни во что святое. То есть она не верит в некую святость. Еще Алла Борисовна коллекционер. Накопитель может напоминать некого скупого рыцаря, ну, в скобках, в кавычках, да, и человека, который умеет многого добиваться. Здесь однозначно подтверждаем. Возможно, у нее есть склонность к садизму, самоутверждению, причем самоутверждаться она может на бедных людях. Возможно, это концерты или еще что-то, может быть, еще какие-то ситуации. Это домашний тиран. То есть она дома командует, дай Боже. Она может собственных детей строить, как говорится, требовать от них обучения, повиновения. Она все держит под контролем. У нее есть понимание всего, особенно что связано с экономикой, с финансами, с торговлей, с оценкой стоимости товаров. Она все понимает. У нее просто это есть на уровне инстинкта. Не боится препятствий, действует почти вслепую, без прикрытия тылов, устремлена вперед, подставляет грудь свою под удар в таком переносном смысле. И если она идет вперед, то она может опрокидывать все на своем пути. У нее по судьбе уже обеспечено большое будущее, то есть есть уже указания, все заранее продумано и написано. О потерях она не задумывается, иногда даже и в старости об этом не думает, всегда предпочитает прямые пути. На окольные пути у нее не хватает терпения. Я бы сказала, что у нее иногда присутствует некая безрассудная смелость, концентрированный удар, подавление эмоций и сомнений. У нее появляется непоколебимая самоуверенность, бесстрашие, если у нее есть цель. Это, кстати, очень хорошие опции. Самое любимое слово – это «я». Все зависит от уровня внутреннего развития, то есть ее внутреннего развития. Пугачева, дорогие мои, это человек прежде всего действия. Она очень любит действия, и как только ее жизнь вроде бы становится приятной, удобной, уютной, рутинной, она готова все взбаламутить и начать что-то заново. То есть все может изменить. Это называется обновить кровь в переносном смысле. Она импульсивна, прямолинейна, непосредственна, полна энтузиазма.
не боится сказать прямо и недвусмысленно, то думает о том или о ком или о чем. Здесь уже не важно. Она верит в силу позитивного мышления, позитивного действия, думает о себе как о сильной и даже непобедимой личности, не любит болеть, не любит ситуации, когда приходится зависеть от других людей, от обстоятельств. Сама мысль о необходимости признать ограниченность своей человеческой природы, о том, что эмоциональная сторона ее существа нуждается в каком-то внимании, она, в общем-то, становится несносной. Ее энергетика, ее поведение, ее запах. Ну, вы знаете, да, дорогие мои, что у каждого человека даже есть запах. Он начинает пахнуть не так, как обычно. А это говорит о проявлении некой энергии. И эта энергия может быть как позитивной, так и отрицательной. Так вот, именно отрицательная энергия у Аллы Пугачёвой имеет даже некий запах. Вот сейчас очень многие начнут на эту тему вспоминать, особенно те, кто попал под какие-то копии Аллы Борисовны. Кстати, Алла Борисовна рождение Аллы Борисовны могло совпасть с солнечным или лунным затмением. И это, кстати, значительно повлияло на важные события, на саму жизнь Аллы Борисовны, на ее самовыражение, на ее возможности, даже на расширение или же на ее власть в этом мире. Это говорит еще о том, что она унаследовала какие-то кармические склонности, которые притягивают счастье, как следствие самоотверженного исполнения долга на благо другим. Но это произошло в более ранние периоды. Если этого не происходит, то есть если она не тратит энергии, не отдает какие-то свои силы на благо другим, то она будет тратить энергию, будет происходить ослабление жизненной силы. Здесь однозначно Пугачёва не должна потерять связь с массами, потому что она от народа, от масс, она подзаряжается, она питается этой энергией. Но, к сожалению или к счастью, во главу стола нельзя ставить накопительство. Отмечу также и тот факт, что массы, которые приходят на концерты, которые видят, которые слушают, которые внимают Пугачёвой, они тоже получают энергию. Здесь происходит взаимообмен. То есть происходит обновление крови. Я думаю, что здесь не только в переносном смысле этого слова. Уверена, что у многих зрителей могут происходить положительные биохимические изменения крови. Алла Борисовна бывает щедра, но часто с задней мыслью. Для нее составляют опасность непоседливость и любовь к переменам. Я не буду рассказывать, что у нее огромный организаторский талант, что она есть дисциплина, концентрация на каких-то проектах, целях, задачах. Все цели у нее достигаются упорным трудом. Это трудяга. Кстати, даже в тяжелое время Алла Борисовна не будет испытывать затруднений, так как она осторожна и всегда что-то оставляет на черный день. Она терпелива, она не идет на риск и доживает до глубокой старости. Предвижу вопрос. Назовите возраст, когда уйдет Алла Борисовна Пугачёва. Алла Борисовна хороший, лояльный друг. Похвалу у нее, конечно же, надо заслужить. Что касается любви, то тут вот эту сумасшедшую любовь, о которой часто говорят, Алла Борисовна чувствовала, испытывала, имела не один раз, это точно. По жизни ей рекомендовано находиться или же быть постоянно с партнером, то есть она должна быть в браке, у нее должен быть постоянно по жизни партнер, мужчина. Особенно хочу отметить то, что Алла Борисовна и умеет использовать оккультные силы на благо людей. Именно на благо людей. При необходимости может, конечно же, сражаться беспощадно, не уступая, не зная страха,
Запугать Аллу Борисовну просто невозможно. Она знает на подсознательном уровне динамическую сторону жизни. Я говорю о динамике жизни, как развиваются события. Она владеет оккультными знаниями. Для нее жизнь и все, что вокруг ее происходит, это поток некой энергии, а не ряд неподвижных условий. Она сильная, выносливая у нее конституция, много выдержки. Она способна восстанавливать силы, получая из высших источников. Кстати, если мы сейчас обратим внимание на конституцию Пугачевой, то здесь могут возникнуть вопросы по энергии. Опасности. Опасно проявлять излишнюю эмоциональность. Она тогда теряет энергию. Подсознательные побуждения не подвластны ее контролю. Подсознательные побуждения. Если ей подсознание будет постоянно давать какую-то информацию, она может пойти по этой информации или за этой информацией. Жизнь. Ну, ее можно назвать хаосом, ее жизнь. Может быть, это раньше. Хотя на данном этапе, сейчас вот, исходя из последних реалий, оно так и есть. Скрывает свои планы, скажем, часто может скрывать свои планы, может быть и фальшивой, и коварной, но это не всегда умысел, просто у нее проявляется вот такая автоматическая реакция. Здесь работает подсознание по некому уединению, как бы, по закрытию своей энергетики или же своих планов. У нее есть некое такое предубеждение, может быть, что нельзя говорить о каких-то планах, иначе они не сбудутся. Надо избегать наркотиков, алкоголя, которые могут столкнуть на низкую плоскость или же подсадить на вот эти низкие программы. Опасности. Есть опасность пострадать от бесчестных людей, которые пользуются расположением ее. То есть она их расположением пользуется, и они ее пользуются. Вот эта вот взаимосвязь, вот этот тандем может быть опасен, потому что могут попасть люди не совсем чистоплотные. Опять же, напомню «Властелину», когда она вложила туда миллионы. А еще у нее была масса всевозможных бизнесов. Это и духи, это и обувь, и еще что-то. То есть ее просто могут использовать. Поэтому здесь существует опасность от связи с бесчестными людьми. Подсознание. Подсознание, конечно же, может толкать на какие-то необдуманные действия, на какие-то поступки. Она такой человек, которого судьба одарила тонким поэтическим воображением. Она способна к грандиозным полетам фантазии. Она довольно легко может поддаваться какому-то чужому влиянию. Я говорю «какому-то», потому что не каждому влиянию она может поддаваться, несмотря на то, что она способна сама указывать другим путь. Она мечтатель и вместе с тем человек действия. Она может заставить окружающих относиться к себе с уважением. Она человек, который не потребляет, а делает. Это очень важно. Вообще хорошая матрица у нее, и вообще, скажу честно, мне ее легко делать. Я думаю, что, может быть, даже пора заканчивать. Это у нее, знаете еще что? Философский склад ума, оккультные способности. Если говорить о счастье, то счастье все-таки на чужбине, но здесь может проявляться еще слабохарактерность и незрелость. Но она тот человек, ей дано по судьбе так много, что она может выплыть из любых ситуаций. Ей постоянно оказывается помощь в трудную минуту. Она пользуется покровительством, но находится под постоянным контролем высших сил. У меня даже, видите, я не смогла членораздельно произнести «под покровительством». Высших сил. То есть ей покровительствуют и в то же время ее контролируют. У нее всегда в жизни есть тот, кто ее ведет. Высокая программа или же низкая программа. Для тех, кто мои материалы и не слушал, это Господь Бог или дьявол. К сожалению или к счастью, третьего не дано. А здесь хватает и того, и другого.
она чувствует фальшь. Она настолько энергетически сильна, что может подавлять любого человека энергетически. Если у нее наблюдается недостаток энергетики, тогда все зависит от того, что и как она говорит, кому направляет свой негатив, позитив. Исходя из программы высокая-низкая, эти же силы, которые ведут ее, которые контролируют, которые помогают, а здесь я могу сказать, что давайте мы их попытаемся представить в неком таком процентном состоянии, то есть 100% энергии у человека. А дальше сколько позитива, сколько негатива. И здесь уже работает своя программа. Я уже сказала, дорогие мои, что по судьбе она должна быть постоянно, иметь, вернее, свою половинку, то есть мужчина должен быть. А в целом есть указание на то, что у нее должен быть поздний брак или серьезный зрелый партнер, но этот партнер все время стремится к карьере. Я так думаю, что это может быть Максим Галкин все-таки. Вот для него самое главное – это концерты, это выступления, карьера. Но здесь еще есть указание, что именно вот эти отношения, возможно, даже брак, с годами он для нее может быть обременительным. Но у нее есть чувство порядочности, ответственности. Ну вот это может быть слишком для нее обременительным. И это может сдерживать ее. Именно партнер в зрелом возрасте, он является неким сдерживающим фактором. У него по отношению к партнеру появляются какие-то обязательства. И эти отношения, близкие отношения в браке, они для нее уже являются скорее работой, чем удовольствием. Может казаться, что в браке она постоянно работает, а не наслаждается муж-жена, то есть не наслаждается браком. Ну, в конце концов, она должна преодолеть эти трудности, и все должно, как говорится, устаканиться. Заболевания, ну, чаще всего это физические какие-то заболевания, это сердце, это неподвижность спины. Могут быть по судьбе проблемы в связи с детьми, уроны в каких-то спекуляциях. Очень много препятствий в жизни. Дорогие мои, давайте-ка на этом я, наверное, закончу. Перечислять все болезни – это некорректно. Некорректно, их очень много, как у всех у нас. Жизнь такова, какая она есть. Я думаю, что достаточно для того, чтобы понять, что это действительно анализ личности Аллы Борисовны Пугачевой. Друзья мои, берегите себя и тех, кто рядом. Находите силы для позитива. Блокируйте негатив, заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите позитивные комментарии. Почему позитивные? Потому что от того, какой вы комментарий напишете, такой же энергетический отклик получите и от меня, потому что я такой же живой человек, и комментарии я, конечно же, читаю. Самое главное, что вы должны помнить, что энергии управляют этим миром. И не факт, что наша с вами энергия настолько сильна, чтобы противостоять неким другим энергиям. Но к этому надо стремиться. А для того, чтобы наши стремления были удачными, давайте будем жить по высоким программам. Я желаю вам здоровья, добра, мира вашему дому. И пусть все, кто вас окружает, будут добры, здоровы, веселы и позитивны.